Молодец.
Сегодня прекрасный день. Город отмечает свой день рождения. С 1960 года Владивосток прошел путь от военного поста до столицы Дальневосточного федерального округа. И сегодня мы вносим свой вклад в историю города. Открываем первую очередь Нагорного парка. В этом самом месте Нагорный народный сад. А спустя 62 года сад был объявлен городским парком. Было время, когда в Нагорном парке была танцевальная площадка, и это место являлось точкой притяжения для жителей города. Здесь можно до сих пор увидеть регулярную посадку деревьев. Мы сохранили преемственность в эстетике и создали новых друзей жителей парка, которые поселятся в разных уголках этой территории и станут новыми артефактами этого места. И сегодня мы приготовили небольшой сюрприз для наших спикеров. Каждый сможет унести небольшой кусочек Нагорного парка с собой. Все-таки здесь должен стоять Дмитрий Алексеев. Пожалуйста, подойди сюда, потому что главным инициатором был, конечно, этого прекрасного парка, который он сумел сделать вовремя, срок, дню рождения города. Это его заслуга. Хотя здесь все принимали участие, здесь были большие сложности с землей, передача с одной структуры в другую, сначала с Министерства обороны в Дом РФ, в Дом РФ на край, с края на общественную. То есть шли долгие процессы практически с конца 2018 года. И сейчас это воплотилось в такой прекрасный парк. И, конечно, большое спасибо Феликсу Машкову и архитектору, и кто воплощал, строителю эти прекрасные и лестницы, и сочетания, и тем жителям, кто тоже принимал участие здесь, принося деревья сюда, своих садов, и еще дальше будет продолжать эту работу. И вот такой получился совместный проект. Я, Дмитрий, хочу тебя поблагодарить искренне от всей души, что ты добился этой цели, что ты не свернул с этого пути, хотя это было и хлопотно, и затратно. Подобрал хорошую команду, эта команда воплотила эту мечту, чтобы в городе появился парк. Я думаю, такой вот социальной ответственности бизнеса нужно всем брать пример, чтобы каждая крупная организация, такая как ДНС, и есть у нас еще много, брала на себя вот такие парки, скверы, и пусть они называются их именами, пусть они носят старое название, значит, Нагорный парк. Мы будем всегда это поддерживать, всегда помогать во всех ваших направлениях, проявлениях. Поэтому, наверное, от всех жителей Владивостока тебе огромное спасибо за такой яркий пример и за такой хороший подарок дню рождения города. Спасибо. Слушайте, я только там, может быть, какую-то лепту внес, конечно, но в основном все состоялось, потому что жители города активно поддерживали все это мероприятие, строительство парка. И если бы не постоянная поддержка, то ничего, естественно, не получилось. И, я, может быть, чего-то организовывал, конечно, но... Финанс. Нет, подожди, не только я, потому что это тоже ребята из ДНС скидывались, не один я. Нас все-таки много, у нас большая команда, часть присутствует. Потом понятно, что если бы мы бы не встретились с ребятами из Concrete Jungle, здесь вот много ребят оттуда, то, конечно же, может быть, что-то бы и получилось, но точно не получилось так здорово, как получилось. То есть я очень благодарен. В этой истории есть много правильного в том плане, как это надо реализовывать инициативы. То есть мы должны ощущать себя жителями города, мы должны ощущать себя хозяевами города, мы должны сами понимать, что нам нужно, и делать. А власть всегда помогает. На самом деле, в этой истории я где-то даже у меня была такая мысль, что попадется какой-нибудь чиновник, я его буду критиковать. Мне некого критиковать, на самом деле, потому что на протяжении мы начинали еще с администрации Пушкаева работать, в принципе, у нас было, полное взаимопонимание, и мне чтобы я кого-то начал говорить, он нам мешает. Нет таких людей. На самом деле все помогали. И, наверное, так и должно. Пускай это будет примером того, как должно быть. И жители должны просто чувствовать, что если захотеть, если поставить себе цель, то все можно реализовать, найти деньги, договориться, и все получится.
Так что, ребята, все получится, давайте делать. Отдыхайте.